Город трудовой доблести. Такое почетное звание могут присвоить столице республики. Городу Чебоксары получить его смогут города, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. На внеочередном 48-м заседании Чебоксарского собрания депутатов обсудили, что необходимо для получения звания. Чебоксары – город с особой историей. В годы Великой Отечественной войны столица республики обеспечивала бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях. Электротехнику для самолетов, танков и кораблей, боеприпасы и оснащение для оборонительных сооружений Сурского рубежа. Так город увеличивал обороноспособность страны, за что чебоксарские предприятия удостоены многих государственных наград. Городом трудовой доблести Чебоксары может называться вполне заслуженно, считают в горадминистрации. Все прекрасно представляете, какая была ситуация в городе. Из 40-тысячного населения города 14 тысяч мужчин сразу же в первые дни войны были призваны в ряды Красной армии и попали на передовую. Были эвакуированы сюда предприятия, Харьковский завод, тот самый Харьковский завод, Чапаевский завод, когда корпуса возводили и не было даже крыши, установлено было оборудование под открытым небом во время октября, ноября. Почти декабря уже начали выпускать продукцию военного назначения. Я думаю, что наш город Чебоксары и все жители поддержат это выдвижение. Структурные подразделения, работники музея, работники архивов, все подключились к сбору документов. 18 марта организована рабочая группа по формированию предложений. Решить этот вопрос планирует во Всероссийский день голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля. Жители столицы смогут отдать свой голос и за присвоение Чебоксарам звания. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика.